Всем привет, мои хорошие! Пришло мне три абсолютно бесплатные посылочки. А если быть точнее, то каждая посылочка за 0,01 цент. То есть всего я потратила 3 цента для того, чтобы вот эти три посылки мне пришло. И вы думаете, как так можно? И я вам обязательно покажу, как это можно сделать после того, как мы с вами распечатаем эти посылочки. Давайте посмотрим, что же мне пришло. Вот, первая посылочка, это форма для печенья, циферка 1, очень классная, будем делать огромные классные печенюшки, она мне обязательно пригодится, так как у меня еще есть кулинарный канал, люблю готовить, поэтому я думаю, мне такая единичка обязательно пригодится. Открываем вторую посылочку. Это у нас наклеечки thank you, то есть спасибо, handmade with love, ручная работа с любовью, specialty from you, специально для вас. В общем, также была на предыдущей, кстати, посылочке, была практически такая же наклеечка thank you, продавец наклеил такую наклеечку на посылочку и тем самым сказал спасибо за заказ. И я за 0,01 цент выбрала себе также такие классные наклеечки, поскольку бижутерию я продаю, они мне очень понравились. Вот, и я захотела себе точно такие же. Смотрите, на одном листе у нас 12 штук. И сколько у нас листов? 5 штук. То есть у нас 60 вот таких наклеечек. Классные, мне обязательно вот это пригодится. И открываем третью посылочку. Это вот такая прикольная резиночка для головы, для маленькой девочки, для волосиков. Очень классная, подарю своей племяннице. Очень удобная, мягкая, тянется и с вот таким вот прикольным бантиком. Кстати, примерила ее на себя, даже на мою небольшую голову она подходит. Поэтому, в принципе, если вы такая модница, можете и заказать себе такую повязочку. Ссылочки на эти товары, если вам они понравились, будет внизу под видео в описании. И также я вам сейчас покажу в мобильном приложении AliExpress, как же можно за 0,01 цент приобрести какие-то товары практически бесплатно. На мобильном телефоне открываем приложение AliExpress. И, как вы видите, здесь у нас есть 4 вкладки. Нам нужна вот эта вкладочка, там где копеечка, мобильные бонусы. Нажимаем на нее и входим. Смотрите, нужно входить именно в Украине ровно в 10 часов. Может быть, у вас будет какое-то другое время, но все обновления обновляются в приложении ровно в 10:00. Вот, смотрите, получите завтра 16 монет. Если вы посмотрите на время на телефоне, то сейчас 9:56, осталось буквально 4 минутки до распродажи. Сейчас мы с вами немножко опустимся вниз. Смотрите, здесь есть все категории и рядышком вкладка за 0,01 цент. Вот мы в нее входим и здесь у нас есть отсчет времени. Смотрите, осталось 2 минуты 52, 51 секунда. Вот, до следующей распродажи. Вот мы нажимаем «Обменять завтра», нажимаем «Еще». И вот сегодня у нас будет вот такая распродажа. Вы выбираете себе любой товар, какой вам понравился. И, кстати, у меня там было, сейчас вернусь назад, сколько у меня было? Вот, смотрите, 1901 монетка у меня, вот. И за эти монетки я могу себе что-то приобрести. Давайте что-нибудь выберем и попытаемся вместе с вами что-то сегодня купить. Я немножко нажала на паузу, просмотрела. Но если честно, мне сейчас ничего особо не падает.
глаза. Так особо ничего, в принципе, не нашла. Но вот эта бананка мне понравилась. Вот смотрите, сейчас 9:59. И осталась она одна. Вот. И нужно, я выйду с приложения полностью. И когда будет 10:00, я зайду в него снова. Вот, ровно 10 часов мы заходим в мобильные бонусы. Получилось у нас получить 16 монет. Таким образом мы каждый день зарабатываем монетки. Но это потом. Сейчас я попробую что-нибудь купить. Видите, уже по нулям все. То есть уже кто-то успел. Вот это. Видите, еще не по нулям. Обменять. США. Выбираем товар. Оформить заказ. Извините, этот продавец не осуществляет доставку в вашу страну. И такое бывает. Возвращаемся. Ищем какой-то другой товар. Какая-то лента или что это такое? Уже по нулям. Возвращаемся назад. Вот что это. Тоже уже по нулям. И нужно очень-очень быстро это все дело делать и попытаться что-нибудь приобрести. Но, как вы видите, уже до меня кто-то уже успел все приобрести. Ну и такое бывает, так что не расстраивайтесь. Может быть, завтра вам повезет. Так. Ну, как видите, вот что-то такое. Что-то такое. Попробуем обменять. Даже не знаю, что это, но просто вам хочу попытаться показать, как это все работает. Так, оформить заказ. Извините, это не осуществляет доставку в вашу страну. Опять. Ой. Все. Ребята, мы сегодня ничего не успели, но, по крайней мере, попытались. В общем, я возвращаюсь назад. Захожу опять в мобильные бонусы. У нас остались еще, можете, две монетки. Вот. Мои обои. А точнее, моего сына. Фоткаете что-то. Вот, и за это зарабатываете две монетки. Вот, видите, поздравляем, плюс две монетки к вашему счету. Ну и что-то такое высветилось подобное. В общем, ребята, вот таким образом в этой вкладке мы можем себе приобрести товар за 0,01 цент. Напишите мне в комментариях, какая посылка вам больше всего понравилась. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много разных распаковочек, посылочек. Я желаю вам удачи, отличного настроения. Пока-пока!